французский публицист Бернар Виоле, автор книги об олене Делоне, рассказывает. Налоговая инспекция всегда удивлялась поразительно высоким доходам Делона, недостаточным одной лишь игрой в кино. От 10 до 20 миллионов старых французских франков в год ему приносил только его бизнес. Скачки, казино, 42% акций военной и гражданской авиации. У него было два личных Боинга 707, 12 личных пилотов, 5 личных стюардесс, 20 с лишним душ техперсонала. На стенах в его доме висят подлинники Делакруа, Жерико, Дюрера. В комнатах мебель Людовика XIV, многочисленные ювелирные изделия Фаберже. Приведу другой пример. Известное всем казино «Руль» в Ницце было открыто 18 февраля 1975-го. Соучредители и совладельцы – члены марсельской мафии, во главе которой Бимбо, настоящее имя которого Жан-Пьер Рош и Ален Делон. Актер вложил туда свои деньги и регулярно получал доход. Кстати, известно, что Делон инвестирует в скачки. У него 45% акций «Société Трено», которые держат под контролем все ипподромы на территории Франции. We'll be right back.